Кишинев на следующей неделе назовет имя политпредставителя в переговорах с Приднестровьем. Об этом заявила премьер Наталья Гаврилица. Пока держит интригу, но говорят, кандидат уже есть. Возможно, фамилия нам будет уже знакомая. Например, Василий Шова вице-премьером по так называемой реинтеграции уже был, причем не раз. В 2006-м стал автором кризиса в отношениях. В 2019-м не подписал итоговый протокол 5+2 в Братиславе. Еще среди возможных претендентов Анатолий Циранус, сторонник объединения Румынии и Молдовы. Напомним, пост политпредставителя от Молдовы свободен с начала ноября. Предыдущий переговорщик Владислав Кульминский ушел в отставку.